за обыденностью, наполненной яркими, бессмысленными вещами, прячутся герои. Они не тени прошлого, они материальны, они живы. Они просто уснули, словно собаки, потерявшие хозяев, незаметно, не мешая никому, не раздражая нашу совесть. Они спят. Они умеют быть незаметными. Они служили людям беззаветно, бескорыстно. Скромные механические труженики, советские артефакты, друзья и помощники наших отцов, дедов, прадедов. За мишурой современного мира здесь и сейчас соединяются благодарность и мечта. Здесь возвращают самолетам жизнь.